Приветствую всех, создаю прикормку из овсянки. Для начала овсянку нужно обжарить. Обжариваем овсянку до золотистого цвета. Также, когда она полностью уже приготовится, от нее пойдет легкий дымок. После этого момента главное не пережечь и не передержать ее. Обжаренная овсянка по запаху напоминает попкорн. Отличный компонент практически в составе любой прикормки. Также во время жарки нужно добавить столовую ложку сахара. Вот так сверху, и сахар сам растопится и налипнет на овсянку. Также добавляем 30 грамм кунжута, пускай обжариваются вместе. Сахар растопился и налип на овсяные хлопья. Кунжут также обжарился, начал давать также свой запах. Выключаем, даем остыть. Остывшую овсянку присыпаем в тару для замешивания. Половину от этой овсянки нужно будет просто перетереть руками, чтобы дополнительно образовалась так называемая овсяная мука. Овсяные хлопья достаточно крупные фракции. Если вам такая фракция не нужна, то тоже можно перетереть до мелких частиц, например, вот таких вот, и оставить. Перетирается обжаренная овсянка руками очень легко, без каких-либо проблем. Сюда же дополнительно добавляем свежемолотые обжаренные семена подсолнечника, либо же качественную ароматную макуху. 300 грамм. Еще раз тщательно замешиваем свежемолотые семечки. Ароматно пахнут маслом, также и кунжут. Очень ароматно пахнет, что и будет в этой прикормке привлекать всю мирную рыбу. Прикормка достаточно универсальная, подходит для ловли абсолютно любой рыбы. Для утяжеления этой прикормки можно добавить обжаренную кукурузу молотую, и уже можно будет легко ловить ее на течении. Но также не забывайте, что течение бывает в разных реках разной силы, поэтому можно добавить немного гороховой муки для клейкости, чтобы все хорошо склеивалось и быстро прикормка не вымывалась. Посмотрите, какая красота получилась. Прикормка просто бомба. Несмотря на такой простой состав, но многим эта прикормка для рыбалки будет очень полезна. Благодарю всех за поддержку. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. До скорых встреч!